Мой дед Фомин Иван Иванович ушел на войну в 1941 году. Получилось так, что в июне он был на военных сборах в городе Ачинске. И когда была объявлена война, сразу же их погрузили в эшелон. И уже через 4 дня они были в Белоруссии. И сразу же с первых дней войны он был ее участником. К сожалению, он не любил рассказывать о войне. И нам известна только история того, как он получил Орден Славы. Это было в Польше в 1944 году. Он тянул связь, он был связистом на войне. И в лесу заметил дымок. Пойдя на тот дымок, он увидел, что, оказывается, там была группа из нескольких немецких офицеров. Ему удалось их разоружить, взять в плен и привести к нашим. За это он и был награжден Орденом Славы. Он рассказывал, что фашистов он не просто видел, а на себе таскал. Связисты, чтобы их не убили, чтобы выжить, приделывали катушку с проводом к ноге и прокладывали связь. А чтобы прикрыть себя, они выбирали мертвого немца и клали на себя, и таким образом ползли. И он рассказывал, что когда начинался артобстрел, столько в этого немца мертвого попадало осколков, снарядов, пуль, что иногда казалось, что он живой, начинал шевелиться от этих осколков. Мой дед закончил войну он в 1945 году. В Германии он был тяжело ранен, поэтому войну он закончил, к сожалению, в госпитале, в городе Сочи. Награжден он был двумя орденами – Орденом Славы и Орденом Красной Звезды. Конечно, я всегда буду помнить о своем деде. Я горжусь, что у меня такой дед. И я надеюсь, я хочу верить, что и мои дети будут всегда помнить о своих предках и всегда гордиться тем, что у них такие деды были.